Сейчас мы посмотрим мультики про Хаги, Ваги и паровозика Томаса. Ну а если ты за 3 секунды успеешь поставить лайк и подписаться на канал, то все твои мечты и желания сбудутся. Итак, время пошло. 3, 2, 1, 0. Все, время вышло. Если ты успел, то молодец. А если не успел, то даю тебе еще 2 секунды. 2, 1, 0. Все, теперь уж точно время вышло. Так, окей, ребята, первый мультик начинается. Это у нас Хаги Ваги. Он поймал какую-то мышь. О, кто это? Да, кто это был? О, ребята, это Cartoon Mouse. Мультяшная мышь против Хаги Ваги. Ребята, вы как считаете, кто победит? Хаги Ваги или мультяшная мышь? Прямо сейчас напишите в комментариях, а потом проверим, угадали вы или нет. Ну, пока что Хаги Ваги вроде выигрывает. Он повесил его на дерево? О, обалдеть! Так. О, у него щупальца, как у Слендермена. Так, все, опа-на. На удушающий берет. Так. Он оторвал голову Хаги Ваги. Опа-на. Это паровозик Томас. Воу. Воу, нифига себе. Он съел человека целиком. Обалдеть. Прикиньте такого встретить паровозика ночью. Это же очень крипово и страшно. Обалдеть. Так, нет. Черт. А, это зацикленное видео. Но оно очень жуткое, ребята. Автору определенно лайк. Это реально очень пугает. Так, снова паровозик Томас. На этот раз он крадется сверху. Парень ни о чем не подозревает. А паровозик приближается. Ой-ё, какие у него зубы. Черт. Обернись, он сзади. Все, ему пипец. Ребята, это Годзилла! Обалдеть! Она скорее сейчас будет против Хаги Ваги! Вот это интересный бой! Ведь Годзилла реально очень сильная, она огромная и своей массой... Только своей массой она может победить Хаги Ваги, просто его раздавить ногой. Посмотрим. Так. Опа-на. Удар хвостом был нанесен, но мимо. Хаги Ваги увернулся. Так, сейчас будет Хаги Ваги атаковать. Ну-ка. Воу! Оказывается, Хаги Ваги не такой уж и маленький по сравнению с Годзиллой. Так, он ранил Годзиллу. Опа-на, удар... удар ногой сейчас будет. Воу, черт! Это реально очень больно. Так, а что, у Хаги Ваги могут руки удлиняться, как у мультяшного кота? Я просто не знал, ребята, если это так, то это очень классная способность. Так, Хаги Ваги пока побеждает. Блин! У Хаги Ваги, у Годзиллы реально очень такие криповые, острые клыки. Они могут друг друга разорвать на части. Так, ладно, Хаги Ваги пока атакует сверху Годзиллы. Так, ага, Годзилла проснулась. У-у-у, все, у нее накопилась ульта. Она начинает супер удар наносить с помощью лазера. Офигеть. И, ребят, вы смотрели, кстати, фильм «Годзилла»? Вот я вроде посмотрел лишь одну часть, но меня реально очень впечатлило от того, какая Годзилла сильная. Она просто разрушила в фильме весь город. Одна. Обалдеть. Так, окей, Хаги Ваги не сдается. Блин, обалдеть, я не знал, что у него руки удлиняются. Это реально очень крутая способность. Это получается какая-то, не знаю, специальная такая игрушка. Хотя в этой игрушке, как мне сказали в комментариях, сидит человек. Да, я ваши комментарии все читаю, поэтому пишите. Будем все обсуждать в следующих роликах. Так. Он берет... Он хочет камень взять? Опа, значит, будет удар от Хаги. Блин, пипец, как Годзилла после такого удара не вырубилась? Это же реально сильный удар был. Так, ладно. Годзилла все еще на ногах. И она злится. Опа, она начинает... О, это мега Годзилла. Точнее, механическая Годзилла. Так, обалдеть. Интересно, а есть механические Хаги? Мне кажется, было бы очень прикольно. Так, окей, все, у него теперь броня. И плюба супер удар сейчас будет еще сильнее. Ну-ка, сейчас интересно будет. Так, Хаги. Испугался, мне кажется, Хаги испугался. Хотя нет, смотрите, он тянется руками к Годзилле. Да ты чё, Хаги, ты реально хочешь пробить эту броню? Это же невозможно! Так, все. Годзилла схватила Хаги! Так, ладно. Я думал, он сейчас его съест.
Но пока она вроде не собирает этого делать. Она хочет его просто разнести руками. Так. Воу. У-ху-ху. Так, Хаги встал. Хаги тоже злится. Так, все, удар Хаги. Сзади. Так, что хочет сделать? Воу. Не, мне кажется, вряд ли он сможет пробить эту броню. Или подождите. Все. Годзилла полетела. Так. Ага, она его с высоты бросила. Мне кажется, он упадет, а она приземлится на него. Мне так кажется. Так, окей. Все, Хаги упал. А Годзилла? Блин, было бы прикольно, если бы Годзилла сверху на него приземлилась. Это реально было бы очень такой, не знаю, сильный удар. Опа, она какой-то красный лазер. Ну-ка. Хаги, не, все, пипец, все. Хаги распепелили. Все. Он превратился в пыль. Офигеть, ребята. Опа-на, так, какой-то человечек убегает от кого-то. От кого? О, это паровозик Томас. Все, он убегает от паровозика Томаса. Блин. На самом деле, представляете, если бы вы тоже убегали от паровозика Томаса. Мне кажется, такой, не знаю, экстрим у тебя в сердце. Фу, пипец. Так, окей, это какой-то туннель. Это мультяшный кот, Cartoon Cat. Опа-на, может сейчас будет битва между паровозиком Томасом и Cartoon Cat'ом? Так, Cartoon Cat подзывает к себе, говорит: Томас, иди сюда, поговорить нужно. У-ху-ху. Все, Cartoon Cat вырос и просто раздавил паровозика Томаса как букашку. Так, это снова паровозик Томас, офигеть! Вот это у него шея! Обалдеть! Так, ооо, темный лес! Никого нету! И посреди рельс ползет, крадется паровозик Томас! Так, это у нас скромник! SCP-монстр! Так, куда он идет? Опа-на! О, он будет против Хаги! Так, такой. Ну нафиг! Пойду назад! Так, окей, Хаги-Ваги начинает его преследовать. Так, все, начинается битва. Он его просто выпинал. Что тебе сделал скромник Хаги? Зачем он трогал, не знаю, зачем он бьет скромника? Он же ему ничего не сделал. О-о-о! Он просто взял и проглотил скромника? Ну не все так просто. Так, скромник злится. Ну-ка. О-о-о! Что он хочет сделать? Так, скромнику это не нравится. Оу, блин. Так, скромник, давай вставай. Покажи на все, что ты способен. Так, оу, ответная атака. Ну-ка, оу, он оторвал ему одну руку. Одну руку он ему оторвал, обалдеть. Все, Хаги сваливает. А вот все, зря ты затеял эту драку, Хаги. Теперь скромник не хочет заканчивать эту драку. На! Своей же рукой и получил. Так, опа-на, опа-на. Все, минус еще одна рука. Так. И минус голова. О-о-о, он просто пополам расфигачил Хаги. Обалдеть, это скромник, ребята. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!